Всем привет! Решил заказать посылку с сайта кому-то неизвестного fatbiker.ru. Рекламу делать не хочу, так еще не знаю, что лежит внутри. Точнее, я знаю, что должно лежать внутри. Надеюсь, что оно там лежит. Посылка весит 5 килограмм. Посылка с Москвы, как видите. Такая достаточно большая посылочка. Ну что, надеюсь, это будет первый обзор, как всегда, на YouTube русскоязычном распаковке самых широких на сегодняшний день. Я надеюсь, на не только сегодняшний день. Покрышек для фэтбайка, фолдинговых, V-Tire 26 на 5,05. Ну что, приступим к распаковке. Как говорится, делаю для себя самого историю. Ну и для вас заодно, кто это посмотрит видео. Таких людей не будет немного, но они будут. Так. Ну что? Может, посмотрит меня сайт Fatbiker? Алексей. Тебе привет. Так, вот наши покрышки. Давайте посмотрим. Вытащим одну сначала. Что-то еще лежит. Так, уберем коробку. Вот такие вот замечательные упаковки. Приятно получать, конечно, покрышки, когда они вот так вот упакованы. Красивые, широкие. Да. Запах идет, мне нравится. Приятный, приятный запах резины. Ну, две, наверное, не буду распаковывать. Распакую одну. Здесь написано вот так. VTire.com, это их сайт. Что здесь у нас написано? Здесь у нас все по-английски. Читайте сами. Если вам интересно, ставьте на паузу. Ну и, собственно, давайте посмотрим. Я попросил продавцов проверить перед отправкой, они открывали их, ничего страшного, они запаковали обратно, чтобы вопросов не возникало ни у кого потом, особенно у меня, да, потому что какой-то брак попался. Ну, приятно, что говорить, приятно получать такие подарки, да, ну, подарки не дешевые, делаем себе сами. Вообще, долго решался на покупку на эту, но решился. Так, давайте посмотрим, что у нас за покрышечка. Да, действительно. Очень приятный запах. Итак, запасе линейкой. Давайте измерим. Сначала до конца. Сколько будет эта покрышка? Ну, приблизительно, конечно, не точно. Это почти 29. То есть покрышка, которая 4,8, по-моему, 26,5 идет. 27 максимум. Здесь уже 29. Это действительно широкая покрышка. И такое ощущение, что она не 5,05, а 5,1, 5,5, да, можно сказать. 5,15, по-моему, даже эта покрышка. Но они пишут как 128. То есть вот у меня, например, покрышки 4,8 это 122, а здесь 128. Вот. Хотелось бы еще, наверное, для себя самого и любопытных зрителей посмотреть, какие здесь кнобы. Давайте вот посмотрим, например, на вот этот центральный. То есть у самой широкой части здесь 22 миллиметра. И расстояние. Вот меня интересовал накат. Я буду использовать фетк, разумеется, для асфальта. Но мне просто очень сильно хотелось самую широкую покрышку. Мой кастом, как говорится, вот так вот измерим сейчас. Здесь у нас 17 мм, то есть 1,7, почти 2, а здесь побольше. Да, расстояние, конечно, точно грязевые, 2 см, да, то есть достаточно злая резина. Что мне понравилось на первый взгляд, например, вот эта веревочка, на видео многих я видел, она видна даже здесь. То есть вот эта часть стирается как-то, не знаю. А что еще? Вот, то есть показать, прям вот четко показать. Здесь вот эта часть, она напаяна.
Вот отсюда до сюда. Здесь тонкая часть, а здесь это напайка идет. И даже на новых покрышках видно, говорят, вот это все отслаивается, шипы рвутся. То есть видно вот это напайка. Не очень красиво выглядит. Вы, наверное, видите, что как будто это трещины. Но это не трещины, это вот это новая резина абсолютно. Пахнет очень приятно, кстати. Резина, конечно, не дешевая, но это и не самая дорогая. Это не Швальба, да? Ну и зачем мне Швальба? Зачем мне тратить на 4.8, когда мне нужен 5.05? Давайте посмотрим. Видео затянется. Резиночки. Ну, вот такая абсолютно интересная, да, покрышка. Здесь ведь тайр написано. Сложено вот так вот. Давай. Разложим. Будет у нас на русском языке обзор дробный. Я еще обязательно видео сниму, поставлю, когда. У меня, кстати, они не влезут. Придется переваривать раму. Но я их все равно поставлю. Да. Измерю ширину. Да, покрышка действительно высокая, большая. Ширина у нее, прямо скажу, будет не маленькая, конечно. Но надеюсь, все будет хорошо. Вот такие вот надписи новые. Абсолютно приятно, очень приятно, что покрышка новая. Кстати, хотел сначала не покупать новую покрышку, но решил купить новую. Подороже заплатил, но купил новую. Вот. 26 на 5.05. Осталось только поставить. Всем спасибо. Так, стоп, какой пока? Надо же взвесить еще. Так. 1826 грамм. И еще одна. 1802 грамма. А, ну резиночка еще. 1803 грамма, не понял. Что такая разница в весе? Может, тут что-нибудь лежит? 1826. Они еще и разные. 1803 грамма. Не, ну, что-то много. 23 грамма получается, что ли. Странно, странно. Ну, не знаю, посмотрим. Одену, посмотрю, покажу новые. Как это все красиво, будет не скоро. Ну, сделаем, сделаем. Упакованы, конечно, классно. Ну, теперь точно пока.